Дорогие уважаемые зрители, обожаемые мои подписчики, рада вас приветствовать на канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова. Я природная ведущая. Давайте посмотрим сейчас, что бы он хотел вам сказать, если бы мог. Принял ли он какое-то решение по поводу вас? Задумайте вашего партнера, человека, который вам нравится, вашего любимого. Можете поставить сразу лайк данному видео. Давайте будем смотреть. И пусть у вас только хорошее сбудется. И только благоприятный для вас прогноз. Весь негатив пусть уходит. Предварительно правильно вами проработанный. Смотрите, сразу смотрим мужчину и его истинное отношение к вам. Знаете, здесь ситуация, вот за что боролся, на то и напоролся. То, чего хотел мужчина, достается ему очень сложно. Он, в принципе, достигает, но чаще всего он потом еще и закрывается. То есть ему, знаете, на поле битвы, вот в своем определенном, не бывает скучно. Он привык обороняться. Но и постоянно воевать тоже смысл каков? Вот он пребывает в каких-то серых, дождливых, мрачных буднях, получается, да, все время защищаясь, все время находясь в глухой обороне, понятное дело, неспроста. Очевидно, есть причина, почему он так делает. Мы можем, конечно, спросить, почему, что вас повлияло, да. Ну, вот вы видите, что здесь какая-то тайная тайна. Это может быть и женщина, может быть, с определенными способностями, та, которая заманила его в свои сети, да, может быть, тайная женщина. Возможно, это просто как тайны, не хочет он раскрываться. Но что здесь хорошо? Мы видим далее, что мужчина этот все-таки он оберегаем силами рода, и мужчина очень серьезный на самом деле. Относится он к жизни, к людям, к различным ситуациям очень правильно. То есть он стоит на своем пути. Он чаще всего внутреннее одиночество в нем можно. Неважно, сколько людей его окружают. Но самое главное, что он может раствориться, вот быть таким, какой он есть. Вот светлая полоса в его жизни. Это его родные. Родные и близкие, те люди, которые принимают его безусловно. Вот там он набирается силы. И вообще он верит в доверие. Он верит в доброту в человеческую. И далее мы видим, посмотрите, человек действия, несмотря вот на эту серость, которая присутствует, да, у него свой правильный путь, и правильно он принимает решение. Он движется путем своего предназначения. И вы видите, в конечном итоге он приходит к любви, к соглашению. Это его цель, это одна из целей – создать прекрасную семью, прекрасные отношения, либо быть вообще в союзе, в партнерском, романтичном. Вы видите, да, что здесь веточки, яблоньки цветущие. И весна, и романтика, и полная чаша, полные чаши, две чаши, да, надежд. Надежд и любви, или, знаете, как больше даже это романтизм какой-то, вот такая начальная стадия. Возможно, даже здесь мужчина, он, если вы достигли своего апогея в отношениях, да, то он готов опять как-то что-то романтизировать, да, понимая, что ну, надо что-то менять. Очень хочется всегда быть на стадии влюбленности. Без влюбленности никак и никуда. И он, кстати, понимает, что это состояние, это его живительный такой глоточек, да, свежий, свежий глоточек воздуха, воды, не знаю, всего того, без чего очень сложно на самом деле, да, человеку. И, конечно, он бы хотел взаимности. Его истинное отношение к вам, еще смотрим, к вам. Да вот посмотрите, по Луне здесь очень много несказанного, очень много скрытого, недосказанного, либо еще пока человек сомневается, говорить или нет. Потому что вот тайные загадки нам опять показывают, да. Возможно, где-то есть неуверенность в себе. Не знает, как вы оцените, как вы поймете, не поймете то, что он хочет вам сказать, или мог бы, или поведать о себе. А иногда говорит о страхах все-таки. Это карта и о внутреннем зажиме. А здесь скелеты в шкафу, да, они имеются, но вот вопрос, человек же не просто так это все скрывает, да, вопрос почему.
Вот здесь идет перекрытие дорог, опять же, старший аркан. Вот это, кстати, вот это состояние его закрытости, оно очень мешает. Смотрите, здесь идет перекрытие дорог. То есть переходу на новые уровни, да, какой-то вот встречи, какой-то радости. Вот это его состояние внутреннее очень сильно мешает. Здесь нужно его раскрывать как можно глубже. И здесь все-таки надо, знаете, индивидуально. То есть у нас сейчас общий просмотр. Если у вас бьет и интересно, да, вот резонирует, то такие нюансы, такого рода нюансы нужно уже смотреть на индивидуальном сеансе. Кто желает, пожалуйста, читайте внимательно информацию под видео, прежде чем взять мой номер. Обязательно прочтите, что написано до этого номера. Угу. И давайте посмотрим еще дальше. А посмотрите, тем не менее, он видит с вами хорошие перспективы, надежда какая-то. Вы даете ему надежду, вы даете ему мотивацию, импульс к развитию, к энергии, к солнечной, яркой, радостной, да, к огненной энергии, энергия действия. Позитивная, хорошая такая энергия. Вот единственное, что смотрите, здесь показывает, он не знает, что толком сказать вам, да. Здесь пока нет договора и обоюдного хорошего, четкого понимания друг друга. То есть вот здесь, как моментик, на который нужно обратить внимание, то, что вы не можете друг с другом договориться пока. Ну или не знаете, как это сделать. Пока еще на разных языках можете говорить. Вот он опять, этот мужчина, как он к вам относится? Очень по-доброму, с любовью, с вниманием, либо с эмоциями, да, с романтическими. Мужчина к вам настроен позитивно. Хочет улучшать отношения, хочет примирения, если оно того требует, да. Этот мужчина сам готов идти на примирение первым. Вот у него проблема просто, что-то есть внутри, то, что не дает, вот зацикленность какая-то, да. Не дает ему раскрыться полностью. В принципе, можно сказать, что причина в нем, а может быть еще и причина в вас, но это мы потом посмотрим. Давайте сейчас еще. Вот оно здесь, посмотрите-ка что. Пока вот дороги, он пока перспектив просто не видит еще, какие куда приведут, да. Можно двигаться потихоньку, как-то не очень быстро, и продвигаться постепенно, улучшать там знания друг о друге, улучшать отношения, узнавать больше о вас ему еще нужно, да, чтобы двигаться вперед как-то, вот как там дальше у вас что там покажет. Давайте посмотрим еще, как он к вам относится, какой он вас видит. Какой он видит вас. Угу. Он вас видит вот такой девочке. Яркой, умной, очень интеллектуальной, да, острый на язычок. Он вас видит. Что вы не будете потакать чьим-либо потребностям, да, то есть вы можете сказать свое слово, вы уверены в себе, вы самостоятельны, и вы можете как ветерок упорхнуть в случае чего, вы радостная, вы можете дружить хорошо и интересно, вы можете делиться своим счастьем и радостью и за ближних своих тоже радоваться, да, можете и за друзей. То есть это такая широкая душа на самом деле. И вот здесь он что еще видит? Отсутствие ваших, знаете как, может быть, вы могли бы сделать больше, да, вот вообще как-то... Энергия, направленная на что-то, на исполнение желания. Он видит, что у вас как-то желания, ну, к сожалению, а может и к счастью, ваши не все исполняются. Либо у вас было много задумок, но вы не все реализовали. Или еще не все реализовали. Вот он вас со стороны видит такой. Еще. А вот и пожалуйста. Он тоже видит, что вы можете запросто настоять на своем, либо защитить свои границы, сказать «нет». Вы можете настаивать на своем. Вы такая защитница собственных интересов, интересов ваших близких. И вот здесь вот карта, в принципе, хорошо упала, сложная карта. Но даже если вы не можете договориться, здесь видно, что вы не обижаете друг друга, что он вас такой видит, что вы не будете настаивать на своем, дабы только добить вот собеседника, да, или партнера, что я права, а ты вообще... Не интересуйся твоим мнением, на самом деле, все равно как. То есть здесь победа дана какой-то эфемерной. Эфемерная победа дана очень сложной, она ценой, эта победа. Но победа видимая, фейковая победа.
Значит, здесь идет речь о том, что все-таки вы честны и не будете, ну, постоянно, несмотря на вашу королеву мечевую, да, но вы не будете обижать, унижать, либо настаивать, опять же, повторюсь, на своем, при этом всячески доказывая, что вы умнее, лучше или вы правы, правее, да. И он тогда пойдет левее. В принципе, ему нравится, что вы все-таки при вашем характере, да, серьезном и можете дать отпор, но в то же время не будете лезть под кожу и ранить. Ну, как-то грубо доказывать свою правоту. Может быть, даже женскую силу, да? А что бы он вам мог дать, кстати? Давайте спросим, что ты можешь дать той девушке, женщине? Может быть, со временем, не сейчас, да? Может дать серьезные, кстати, отношения, серьезный такой переход на новую высоту. Новый полет, улучшение какое-то абсолютное. Здесь речь идет о переходе. Вот все забываем, то, что было до встречи друг с другом, да, и идем вместе в совместное ваше будущее. Но это не здесь, не сейчас. Это вот как намеки такие и есть. Смотрите, здесь еще речь идет о настоящей любви, несмотря ни на что. То есть здесь как бы не деньги, не другое, что не бытовуха здесь. Может речь идти о том, что здесь есть ссоры и прочее. Но опять же, здесь речь идет о чувствах. Что он вам может дать? Ну, вас замуж может позвать. Он может вас сделать официально своей женой, женщиной, своей музой. Вот что он вас видит. Очень ресурсной женщиной. Той женщиной, которыми такими женщинами не бросаются, в общем, да? И вот посмотрите. Может быть, не сразу, но защиту надежную, да, вот эти четыре стены, так называемые, дом может дать. Может быть, не сразу вас обеспечит прям золото, бриллианты, да, но достаток какой-то будет. Вот еще будет по семейным ценностям здесь, да, вопрос, но это, знаете, вот, я подтверждаю, но арканы подтверждают, что вот, знаете как, он видит все, но он еще будет, конечно, сомневаться какое-то время, может быть, предложат вам вместе пожить, прежде чем традиции соблюдать, то есть уже официально все-таки, да, заключить брак, бракосочетание, такое же слово, конечно, союз заключить. Да, тут еще придется пободаться, немножечко будет какое-то противоречие, да, сомнения будут, но опять же здесь сердечко должно его быть все-таки говорящим про любовь. Будет ли у тебя настоящая истинная любовь, как тут нам показывают, да, только здесь трудиться надо, над отношениями трудиться, трудиться и трудиться. А еще он свою любовь показывает добычей денежки, добычей для вас всякого хорошего, прекрасного, работы своей, да, кроме развития вот отношений, желания их улучшить, желания сближения какого-то, да, это еще и кропотливый труд, то есть труд в отношениях, а также труд действительно реальный, материальный. То, что он может позаботиться о вас. Так. Потому что может заработать денежку. Для семьи нужно зарабатывать, да? Как бы, если он не один. Давайте вас посмотрим. Какая вы в этих отношениях? Шанс на счастье. Может быть, не сразу, но он есть, он присутствует. Вы. Здесь, знаете, немножечко аморфность еще показывает. Может быть, вы в раздумьях. Может быть, вы, знаете, бывает ощущение такое классное, предчувствие хорошего. И, в принципе, вот надо сил набраться, да, просто ничего не делать. Просто отлежаться, побалдеть в таких энергиях, да, в таких волнах приятных. Еще посмотрите, здесь эмоции, эмоции, эмоции. То накатывает, то откатывает вот эти эмоции, да, они как будто бы вот хочу, то не хочу. Можете тоже побаловаться, как ребенок здесь, да. Ну, а не пойду, да? Девочки, ну вы здесь любимы можете быть вполне даже. Здесь мужчина для любви, вы можете и влюбиться реально, вот прям так. Сильно эмоционально. Ну, по-хорошему показывают, но не вижу, чтобы пока не показывают нам. Нет, ну вот не пикаперство, да, не использование. Ну, что вы здесь получаете? Вы здесь любовь и отношения получаете. Опять же, делите информацию на два, девочки. Ну, конечно, не для всех проиграется. Вы смотрите реально. Если вы живете с абьюзером, да, и он вам показывает негативные отношения, вы смотрите, выискиваете еще ему оправдание какое-то, да. Ну, естественно, это не для вас. Но, может быть, с другим человеком у вас получится. Там еще нужно посмотреть, что с вами происходит, да. Если у вас несчастливые какие-то отношения, и чего вы ждете? Зачем вы
цепляетесь за эти отношения? Вопрос. Ну, это мы так чуть-чуть отодвинулись в сторону, я тут уже по практике вам говорю. А так, в принципе, должно же быть у кого-то и так, девочки. Должно же быть счастье, да, потому что у нас в основном девчата приходят, ну, конечно, просто для профилактики, ну, либо на новых. А если на стареньких, там, конечно же, очень много проблем. Ну, как ни крути, но c'est la vie, да. И тем не менее, смотрите, вот здесь вы можете получить статус спокойствия, быть любимой, да, и расслабиться в конце-то концов, ну, чувствовать себя уже своей на этом празднике жизни, любви, на этом празднике отношений, потому что, ну, конечно же, эмоций, ну, у вас здесь очень много эмоций, чувств, чаш. Прекрасные, яркие ощущения, эмоции, замечательные времена, которые для вас, ну, наступают. Девочки, мы все-таки смотрим на ближайшее время, да, но вы в этих энергиях уже как бы находитесь. У вас есть хорошие шансы. Опять же, пусть они не сразу, но вы уже сейчас вот в этом предвкушении или многие уже в состоянии влюбленности. А кто-то это может скоро почувствовать. Будет очень замечательно, и я бы хотела, чтобы вы написали мне в комментариях, да, вот на какой стадии вы сейчас находитесь, и ваши надежды, действительно ли вы хотите новых, может быть, вот такого человека, или уже есть претендент. Вам совет, рекомендация, девочки. Ну, аркан сила, прекраснейший. Сила в вашей мудрости. Где-то слабости, но здесь энергии женские, безусловные. Связь с природой, связь с людьми посредством мудрости, терпения, гармонии, умения находить точки взаимодействия, гармонизировать атмосферу вокруг себя, на людей действовать не специально, это же не манипуляция, а просто, безусловно, своей мягкостью, мягкой энергетикой улучшать деструктивную программу, менять ее на позитивную. Вот, у вас так и целительские какие-то способности, возможно, можно развивать будет, да, у вас вот такая какая-то приятная, очень, очень приятная на вас карта, я не хотела бы даже, я просто посмотрю на дне колоды, здесь тоже класс, девятка, пентакли, девочки, вы везунчики, по сути, вы везунчики, вы можете оказаться в нужный момент, в нужном месте. Также речь идет о том, что нужно хватать шанс какой-то, да, очень удачный вам шанс предстоит. Плюс еще это может быть возврат долгов, как финансовых, так и энергетических, да. Ну, какое-то счастливое время, так что, дорогие, ну, дерзайте. Вам взаимности, всем, особенно тем, с кем мы на одной волне. И благодарю вас за донаты, дорогие, и мои спонсоры, уважаемые, и те люди, которые отправляют денежку на развитие канала, я вас благодарю от всей души. Пусть ваши денежные и финансовые потоки только усиливаются, пусть ваша энергетика улучшается на радость вам и вашим близким. Ну и также подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписаны. Звоните в колокольчик, чтобы наши новые встречи не пропустить. Ну а индивидуальный прием, кого заинтересовало, экстрасенсорный, провожу ясновидение, сновидение по фотографии и также просмотр на картах Таро. Внимательно, пожалуйста, читайте информацию под видео. Учитывайте время для написания ваших заявок по московскому времени. И до новых встреч. Пока.